Привет, с вами Сергей Гудков, психотерапевт. Один из типовых вопросов, который часто задают, как быть, если дети постоянно ссорятся, ругаются и вовлекают в это вас, родителей? Потому что если вы начинаете вмешиваться, эти дрязги бывают бесконечными. Это не я, это он первый, нет, это она, нет, вот это он, это она. Мама, послушай, ты не знаешь об этом, или послушайте, вы не знаете об этом. И вы выясняете детали, и возникают все новые и новые отговорки, оправдания. И это никогда не прекращается. Есть один достаточно хороший типовой способ решения этих проблем. Первое. Вы не вовлекаетесь, то есть вы спускаете этот конфликт обратно им и говорите, что вы должны разобраться между собой сами, без нашего или моего участия. Это раз. Второе. Вы даете какой-то ограниченный срок. Не так, что вот вам полгода. Нет, полчаса, да, чтобы вы договорились и решили. И больше ко мне с этим вопросом не подходили. Третье. Очень важно, что здесь оба должны быть согласны, оба ребенка или если их больше, то все должны договориться так, чтобы все сказали, да, мы согласны с этим решением. Потому что иначе кто-то, кто более сильный, более хитрый, у кого больше ресурс, может надавить на младшего, более слабого, и продавить именно свое решение, и тогда конфликт будет тлеть. Нет, здесь важно, что у каждого есть право голоса, каждый может блокировать то решение, которое полностью ущемляет его интересы. Вот третий момент. Все согласны. И четвертый важный момент. Это какие-то санкции. То есть вы можете так прямо и сказать, что а если вы за этот срок не договоритесь так, что все будете согласны, то будете наказаны оба, или все трое, или там все, кто в этом участвует. Вот. Очень часто тогда дети, особенно если вы полны решимости довести вот это, то, что вы сказали, до конца. Очень часто дети это понимают, договариваются между собой, и все, и на этом конфликт закончен. Вот так.